Так, видео из разряда размер имеет значение, вот как тут подсказали. Так что идем вот опять под мостом, кто-то с рыженьким хвостом, но светит солнышко. Но и вот у нас аж на носу, ну будем говорить, в 2 метрах от нас находится монитор, и как бы вот на него и смотрим, а что делать. Смотрим и сюда. Тут вот так и смотрим там. Очень интересно несутся лыжники на втором плане. Вон у нас там несутся они. Помогают нам волну разгонять, чтобы было видно хорошо. Вот. А мы сейчас посмотрим, что же у нас будет видно. Все-таки под мостом будет видно хорошо. Вот. А вот насчет... Вас только затеняет. Вообще. Да, вот тень, если есть, конечно... Монитор должен быть очень яркий. Теперь будем искать самый яркий монитор, который можно поиметь. И будем еще с ним тоже делать эксперименты. Но факт то, что все равно видно. И тут видно, и паровоз слышно. За 2 метра мы все равно что-то видим. А если стоять над ним где-то на носу, ну, наверное, будет видно неплохо. В общем, мы тут вот это вот издеваемся, а вернее исследуем, если уже на то пошло. Вот, очень даже забавно. Сейчас заодно мы посмотрим, как это выглядит на даунскане. А выглядит оно просто сногсшибательно. Я вам скажу, что даже с 2 метров нормально читается все, без проблем. Структура. Кому нужна рыба, одеваем очки и смотрим. Вот. Ну, а вообще зачет. Абсолютный зачет. Вот. Сейчас подключим лайвскоп и попробуем, что он будет показывать.